So I'm here in Jerusalem, Israel, with Israel. That's his name. He's in the boxing club in Jerusalem. It's a very popular joint, one of the best boxing clubs in Israel. He's a huge fan, like a lot of people here, of Vasyl Lomachenko. So what would you tell Lomachenko if he's watching? Вася, привет тебе с Израиля. Мы тебя за тебя болеем. Дай бог, тебе все получится в этом ближайшем бою и в твоей будущей карьере. Хотим тебе передать все привет. Передаем Александру Усику привет. Передаем Александру Гвоздику привет. Всем-всем привет. Ребята, успехов. Мы за вас болеем. Молодцы. Ждем вас в Израиле. Why are you lama takoka with Lomachenko? Why? Я думаю, почему я люблю Лумаченко, потому что у него особенная техника, у него скорость, это, конечно же, его конек. Но я вижу, что у него также удар не такой уж и слабый, я сказал. Поэтому очень интересный боксер. What about Gennady Golovkin? Are you familiar with him? Это Микил Геннадий? Казахстан. Казахстан. Нокаут. Геннадий очень крутой боец, супер. Да, все его любим, конечно, тоже. Он очень зрительный, очень такой. Мы знаем, что он нокаутер, и он, каждый бой у него такой, как сказать, באמת, שייך לכם בלי זבר סידמה. אבל הוא אחד הכי טובים בעולם, גולובקין. Да, Головкин, конечно же, как бы, что есть, то есть. Он чемпион, как бы. Руслан Проводников, Камикил Гамца? Руслан, да. Руслан, похож? Евгений Градович? Сергей Ковалев? Ковалев. Yeah, Сергей Ковалев тоже, конечно, очень супер крутые. Все ребята русские, вообще с СНГ, все очень крутые пацаны. You're and Sergey, same height. Кен, я желаю всем боксерам, всем, кто идет к своей цели, чтобы достигли своей цели. И, конечно же, побед, всем больших побед. Let me ask you, is this the best boxing gym in Israel? Is Мадони Гуф הכי טוב בארץ, אתה חושב? Я считаю, что здесь разные категории весов, здесь разных возрастов, и это дает возможности также и религии, и также совмещать все в одном месте. Я считаю, что да, здесь одно из лучших мест. There you have it right here. Thank you, спасибо. Israel, facebook.com, and Melissa back reporting.